Меня зовут Дарья Кукушкина, я приехала из Санкт-Петербурга, взяла с собой 3 лошади. На Бельведере и Левиафане ехала маршрут 115. На Левиафане я стала призером, заняла 4-е место. Потом ехала на Азии и в маршруте 125 стала победителем. Маршрут был интересный, там стояла альтернатива в виде системы. И мы выбрали самую оптимальную траекторию, и за счет этого, я считаю, мы победили. Приехала я, моя подруга София Савельева, она поедет маршрут 130, 135, 140 по юниорам. Приехала моя мама, которая помогает мне, настраивает меня на старт. Также приехала моя подруга Настя Латышева, она тоже занимается у Жанны. Вот, приехала меня поддержать. Я занимаюсь у Жанны с начала марта. Мне очень нравятся тренировки, они очень интересно проходят. И сегодня я приехала в Максимум посмотреть на Дашу, я вдохновилась ее ездой, и я в будущем мечтаю выступать так же, как она.